Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре игровой набор от компании Silverleap. Набор Megatrek с умными автомобилями. Это прекрасный подарок для любителя машинок и мультсериала Робокар Полли. Все элементы игрового набора сделаны из безопасных материалов, а использованные красители не токсичны и гипоаллергенны. Игрушка подходит для детей возрастом от 3 лет. Размеры игрового набора в собранном виде составляют 90 на 67 сантиметров. Набор состоит из частей дороги, которые можно складывать в кольцевые улицы городка Брумс. Также в набор входят различные элементы, такие как деревья, дорожные знаки, фонари, ограждения и наклейки. На центральной площади расположился круг с памятником в виде машинки. Присутствует городская мэрия с доступом на второй этаж. В набор входят две машинки – Рой и Эмбер. Они могут ездить самостоятельно, благодаря встроенному аккумулятору. Их можно подзарядить на зарядной станции. Сама станция работает от трех батареек типа АА. К сожалению, батарейки в комплект не входят. На светофоре машинки самостоятельно останавливаются, когда горит красный свет. При загорании зеленого машинки снова продолжают свой путь. Светофор работает от двух батареек типа 3А. Также автомобили можно останавливать при помощи жезла, который идет в комплекте. Он работает от двух батареек типа 3А. Когда машинки двигаются, можно менять их направление. Машинки, которые заехали на второй этаж, автоматически могут спуститься вниз. Данный набор обязательно понравится вашему малышу. К тому же он поспособствует развитию памяти, воображения и мелкой моторики. Спасибо за просмотр, всем пока!